При подготовке студентов специальности правоохранительная деятельность определяющее значение имеет начальная профессиональная подготовка. Строевые приемы и движения проводятся без оружия. Выполняются команды «Становись», «Равняйсь», «Смирно», расчет по порядку номеров. Далее проводится расчет на первый, второй и построение в две шеренги. Затем движение колонны. Разборка и сборка автомата Калашникова производится на столе. Части и механизмы укладываются в порядке разборки. Обращаться с ними следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. Порядок неполной разборки автомата. Отделить магазин, проверить, нет ли пенала в патроннике и спустить курок с боевого взвода. Вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, отделить затворную раму с затвором, отделить затвор от затворной рамы и отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Разборка и сборка пистолета Макара производится на столе. Части и механизмы укладываются в порядке разборки. Первое. Отделить магазин из основания рукоятки. Проверить, нет ли патронов в патроннике и спустить курок с боевого взвода. Отделить затвор от рамки и снять со ствола возвратную пружину. Сборка пистолета после неполной разборки производится в обратном порядке. Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку патроны с пулями к мизинцу, так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны в магазин. Для дактилоскопирования необходимо иметь бланки дактилоскопических карт, валик, ровные поверхности для раскатки краски и краску для дактилоскопирования. Краска равномерно раскатывается валиком на ровной поверхности. Этим же валиком прокатываются пальцы дактилоскопируемого, и дактилоскопирование начинает с большого пальца правой руки, заканчивая мизинцем. Далее дактилоскопирование левой руки также начинает с большого пальца и заканчивает мизинцем. Порядок одевания общевойскового защитного костюма. Противогаз надеваем в соответствии с правилами надевания противогаза. Чулки надеть поверх собственной обуви, прикрепить к ремню и потуже зафиксировать на голени. Перчатки надеть на руки. Непосредственно накидывается плащ с рукавами и застегивается. Капюшон плаща фиксируется кулиской. Колледж Челгу сегодня, профессиональный успех завтра. Колледж Челгу – это круто!